Итак, всем привет! Продолжаем снимать инсайдерские сборки Windows 11. Данная сборочка относится уже к версии 23H2. Данная версия Windows выйдет осенью 2023 года. Разработка уже началась. Давайте откроем Microsoft Edge. Уже во всех новостях писали, что эта сборочка будет уже относиться к версии 23H2. Давайте зайдем на сайт Change Windows. Я этот сайт очень люблю. Здесь все. Я часто его рекомендую. То есть вот, 25-126. Наша сборочка с вами. Давайте посмотрим. 25-126. То есть данная сборка является последней в dev-канале. Версия 23H2 в доступе вот, для инсайдера. Как будет называться данная версия Windows? Только предполагаем. Наверное, Cooper, не знаю. Я уже снимал видео про Windows 11 Cooper. Наверное, Cooper это рабочее название. Windows 11 22H2 является никелем, то есть название никель. Название обновления. Давайте посмотрим. Для ARM устройств стало доступно сборка 25120, но у меня на тот момент не было установленной Windows на виртуальную машину. Изменений в основном нет. Вот конкретно в этой сборочке изменений нет. Что касается версии 22H2, она финальная. Были новости, что добавили стикеры Windows 11, функция скрыта. Стикеры на рабочий стол. Зачем? Я не могу понять до сих пор. Для чего на компьютере, на котором я, например, работаю, мне стикер? Не знаю, скорее всего, это для сенсорных устройств предусмотрено с наибольшей долей вероятности. На данный момент в этой сборочке написано, что 22H2, но на самом деле это 23H2. 22H2 готова к распространению в предварительный выпуск. Осенью будет доступно всем. Будем следить дальше за разработкой Windows 11, будем обсуждать это. Система интересная, я ранее говорил, что я даю ей шанс. Даю шанс Microsoft меня удивить, хотя это сложно. Сложно удивить человека, у которого была Windows XP, Windows Vista, Windows 7, даже Windows 8 и Windows 8.1. После Windows 7 я поставил Linux, но иногда возвращался на восьмерку. В 2010 году поставил Hackintosh. Первый Hackintosh. И с тех пор пользуюсь macOS. В данный момент у меня компьютер на Apple Silicon. В процессоре. Все привыкли к названию процессор. Чип на чипе. Вот. Но шанс Windows 11 я даю. К осени примерно я буду собирать себе новый компьютер. Специально под Windows 11. Без упора на Hackintosh. Но Hackintosh я могу поставить на любой процессор. Да, так что я думаю, что будут ролики и по Hackintosh продолжаться. А если видео разговорное понравилось, жмем лайк, пишем комментарий, подписываемся на наш телеграм-канал и на YouTube-канал. Увидимся. Всем пока.